Этнографическую экспозицию «Кубанское подворье», расположенную на территории школы, в эти дни дополнили рисунками, пасхальными поделками и праздничной выпечкой. В традициях православной культуры здесь представили и концертные номера, в которых рассказали гостям об истории праздника и значении его для всех верующих. Сегодня по традиции чистый четверг. В этот день приводят в порядок свое жилье, одновременно и свою душу, самое главное. В этот день пекут пасхи, красят яйца и готовятся. Детям это очень нравится, они ожидают эти праздники. Это у них в такой глубокой культуре, они ждут и готовятся к этому празднику. Провели здесь и мастер-классы по приготовлению пасхальных угощений. Участие в кулинарном уроке все желающие принимали с большим удовольствием. Мы изготавливаем творожную пасху. Отделяем желтки от белков. Сбиваем и желтки отдельно, и белки с сахаром. А девочки тем временем творог перемешивают с маслом. Творожные пасхи будут готовы спустя время, и попробовать их можно будет лишь завтра. А вот куличи из русской печи ждать совсем недолго. Господи, благослови. Гостям было предложено угощение, а празднование Пасхи в стенах школы на этом не заканчивается. Тем более, что согласно русским традициям, Пасху всегда отмечали с большим размахом. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.